На 2 сантиметра он выше своего оппонента, на килограмм с лишним потяжелее. Посмотрите, Кейси Суайер 38 лет, то есть... Фактически в отцы ему годится Кейси Суайер. В последнем поединке он проиграл очень сильному Марку Штриглю на турнире One Championship в первом раунде удушающим приемом. До этого все остальные поединки выиграл в количестве 5 штук, ну а сейчас идет представление Муина Гафурова по прозвищу Таджик. Да, у него 7 побед в 7 боях. He is combat Sambo world champion Muin Tajik Gafurov. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. He is a mixed martial artist, standing at 168 centimeters tall, weighing in. Кейси Суайера нам сейчас представляют. Очень серьезен, крайне настроен. Ну конечно, столько килограммов гонять. Как я вам уже и говорил, живет и тренируется Кейси Суайер в Индонезии, в Джакарте. То есть у него здесь наверняка будет хватать болельщиков. Оливье Кост, рефери в клетке. Давайте посмотрим. Причем Суайер тренируется вместе с Энтони Леоне, бывшим претендентом на титул Беллатора, и также тренируется с Эндрю Леоне. Первый раунд. Ну, как всегда, прекрасный Ring Girls на турнире One Championship. Обязательно я это отмечаю всегда. Итак, первый раунд из 3 запланированных. Хороший обмен предлагает сопернику Гафуров. Еще раз напомню, обладатель Кубка мира по боевому самбо, мастер спорта международного класса. Хорошо, такой жесткий выбивающий лоу-кик от Гафурова. Угрожает левым боковым Муин. Попытка пробить хай-кик. Неплохо встречает Суайер сейчас. Обоюдоострые атаки, вертушечка по туловищу. Здорово, правой боковой попадает Гафуров. Болтанул соперника, очень серьезно встряхнул. Таджикский боец идет развивать свой успех. Удары по туловищу с переводом на голову. Опасно контратакует Суайер. Хорошо, с подхватом ноги пытался атаковать справа Гафуров. Еще одна вертушка в туловище. Есть, по печени попал Гафуров. Это нокаут. Оливье Кост просто ценой практически собственного здоровья сейчас пытался помешать Муину Гафурову добить своего соперника окончательно. Ну вот вам, пожалуйста, и польза ударов ногами, да? Кстати, вспомните сегодняшний поединок в UFC, который выиграл Юрая Холл у Гергарда Мусаси, да? Тоже удар ногой с разворота принес ему успех. И здесь Муин Гафуров в потрясающем стиле абсолютно. 8-0. Таков становится рекорд у Муина Гафурова. Очень перспективный парень. Давайте еще раз смотреть. Прекрасно. Четко по туловищу, в область печени. И уже готов был добивать оппонента Гафурова. Еще раз напоминаю, сокер-кики разрешены. Поэтому, если ты упал, будь готов к тому, что тебе нога в голову прилетит. А потом уже, может быть, еще и рука. Оливье Кост очень-очень вовремя вмешался. Но мы видели, как Муин Гафуров сначала потряс своего оппонента ударом справа рукой, но затем уже доработал. Сначала наметил вертушечку по корпусу, там Кейси Суайера защищался. Ну а потом уже, закрывая руками голову, он открыл туловище. Ну и, соответственно, именно туда удар и прилетел. Прекрасно, Муин Гафуров. Аплодисменты.